До нашої студії завітала Олена Романченко, заступник директора Миколаївської обласної бібліотеки для дітей імені Лягіна. Більше 20 років вже присвятили і книгам, і дітям. Доброго ранку. Доброго. От бачите, у нас Мірабела брала участь у конкурсі і саме шкільних бібліотек. І от сьогодні нам може зачитати віршик. Так? Мірабела, а що це за вірш? Його написала Ганна Компаніхіць, і це про рідне слово. Давай ми, мабуть, послухаємо такий серйозний вірш. Ганна Компаніхіць, рідне слово. З народження я рідне слово чую, та користуюсь ним і подумки, і голос. Люблю його, збагачу, шаную, плекаю, як на ниві щедрий колос. Багатств мови цілий вік вивчаю, говорю нею і співаю, і молюсь. Бо мови кращі у світі я не знаю, її, як трунку, я ніколи не нап'юсь. За тебе, рідна, і готова йти до бою. Без тебе своя хата чужуна. Без мови я не зможу бути собою. Для мене ти, як матінка, одна. Такий серйозний вірш. А хто тобі підбирав його? Чи ти сама захотіла такий вірш? Ні, мені вчителька дала. Вчителька дала, так? А хто тебе взагалі надихає от вчити такі вірші? Довгий вірш? Ну, бабуся казала, що в мене якийсь дар, що я швидко вірші запам'ятаю. Запам'ятовуєш, так? А ти любиш взагалі читати чи ні? Як? Читати. Ну, читати так. А що ти читаєш? «Чарівну ніч музи». А от я знаю, що багато дітей зараз навпаки не полюбляють читати. Планшети, комп'ютери і все. Більше їм нічого не потрібно. Это традиционное такое мнение о том, что дети как бы перестали читать, но на самом деле я хочу сказать, что вот даже отследив последние несколько лет, мы с уверенностью можем сказать, что чтение именно традиционной бумажной книги возвращается. То, что сейчас поколение, допустим, Z, как называют их ученые, те, которые привыкли больше вот именно к технологиям, и которые дошкольники уже где-то 83%, они уже свободно могут пользоваться любыми гаджетами. Но это не говорит о том, что дети этого нового поколения читателей не приспособлены к тому, чтобы воспринимать бумажную книгу в ее традиционном варианте. Это может подтвердить наша библиотека своей работой и, самое главное, нашими читателями, которые уже много лет являются нашими читателями, приводят своих детей, потом приводят своих внуков в нашу библиотеку. Поэтому традиция семейного чтения у нас очень традиционное направление в нашей работе и, конечно же, работа с читателями. С такими маленькими. С маленькими, да, дошкольниками. У нас работает майстерня книжковых чудес «Золотой ключик», где раз в месяц у нас семьями собираются детки, бабушки, допустим, с внуками или мамы, папы, даже папы приходят. А школяри уже сами приходят, так? Младшие школьники приходят еще с родителями, а старшие школьники, да, приходят самостоятельно. И литературы у нас много, я просто ради примера принесла несколько книг, чтобы показать, потому что... Дуже яскраві вкладинки, так? Щоб, мабуть, щоб зацікавити більше. Потому что как бы вот это поколение, у них все-таки клиповое мышление очень развито, они воспринимают больше визуальную информацию, но это опять же не говорит о том, что они не умеют воспринимать текст. Хотя вот я хочу сказать, что у нас много лет проходил всеукраинский конкурс на «Найкращий читач», а вот в этом году впервые был всеукраинский конкурс «Лидер читания», итоги которого подводились в городе Херсоне, и лучшие читатели со всех областей Украины принимали участие в этом конкурсе, поэтому я приглашаю в следующем году обязательно поучаствовать, потому что программа для тех, кто стал победителем таких конкурсов чтения, а это именно конкурсы чтения, то есть ребенок, прочитав книгу, он должен рассказать, то есть описать свой, написать отзыв на прочитанную книгу, соответственно. Это дитяча рецензия. Да, типа того. Просто я вот хочу сказать, что, например, у нас вот в этом году у нас есть читательский такой проект небольшой.
где именно преемственность поколений в чтении. То есть ребенок читает книгу, та книга, которая ему понравилась, он, значит, воодушевляет своих родителей, и родители вместе с ребенком читают, а потом, соответственно, может быть бабушка и дедушка, но, опять же, они со своей стороны те книги, которые любили в детстве, они предлагают почитать своему внуку или сыну или дочке. И это как бы вот связывает вот эти вот узы семейные и читательские, такие традиции чтения в семье, они возрождаются, потому что все в любом случае происходит из семьи. Ну так, если у меня батьки, например, не читали, то и я також каюсь, мало читаю. Вот, а так у нас, особенно вот для возраста, младший школьный возраст, у нас 1-4 классы и 5-9 классы, мы в основном эту категорию читателей обслуживаем, плюс еще, конечно, родители. Мія, чуєш, вот. Є якраз конкурси для тих, хто читає книги. От, яку ти книгу, можливо, прочитала останню? Ну, я не пам'ятаю. Напевно. Яка найбільше подобається, можливо? Лісова школа і Чарівна ніч музик. Угу. Тобто про них вона могла вже, бачите, рецензію написати. Ну, плюс ми, звісно, вот наші сучасні українські дітські писателі, вони любимі нашими читателями. Вот я просто ради примеру взяла Сашко Дерманського. Це автор, який вміє і общатися з дітьми. Ми виходимо, у нас відбуваються такі зустрічі, скайп-зустрічі з писателями, якщо вони, допустим, живуть за пределами нашої області або не можуть до нас приїхати в гості. Вот, и дети читают эти книжки, вот, допустим, Сашко Дерманский, он вообще очень чудесно общается с детьми, им очень нравится, и происходит такой обмен впечатлениями, и дети, соответственно, общаясь с писателем вживую, скажем можно так, да. Повертати, ну, что не... да, то, конечно же, это впечатление производит, и дети как бы еще больше хотят читать. Ну, а есть много разных приемов для того, чтобы заинтересовать ребенка. Это поколение особенно творческое, и очень часто они хотят побыть, ну, вне социума, скажем, один на один с собой. Но, тем не менее, вот прочитав книгу, мы предлагаем детям, и помимо того, что написать отзыв, нарисовать, допустим, свои впечатления. Иллюстрации. Да. Или же у нас был, опять же, в этом году, вот, то есть в прошлом году, проект «Библиоэксперт», и мы его продолжили в этом году. То есть дети, к примеру, вот берут книжку, вот у нас есть 5 книг, и вот, например, по 5 человек выбирает каждую книжку, на каждую группу по одной книге, и они читают ее, а по прочтению, к примеру, через 2 недели, они предлагают друг другу эти книжки. То есть, насколько дети смогут заинтересовать своих же ровесников данной книгой, соответственно, эту книгу либо будут читать, либо нет. То есть, это говорит о чем? Чтение, оно развивает и речь, оно развивает мышление, потому что, знаете, как недавно прочитала, Сократ еще писал о том, что вот поколение у нас такое вырастает, которое не хочет читать, а хочет болтать больше. Ну, это я так образно говорю. Ну вот, то есть это, скажем так, в каждом поколении есть вот такие вещи, которые считаются, что вроде бы, когда мы были маленькие, мы больше читали, а вот сейчас меньше читают. Нет, нет. Просто немножко сейчас, скажем так, взрослые в любом случае, особенно вот детская библиотека, ну, не зря мы специализированы, потому что действительно те люди, которые работают в детской библиотеке, они обладают и знаниями не только вот книжной такой культуры, да, но и особенности психологии детей. То есть, соответственно, в каждом возрасте есть свои нюансы, которые мы помним, и когда вот ненавязчиво рекомендуем такую книгу. Міра, а ти, скажи, розкажи, от ми переглянули книжку, так? Ми її не читали, ми лише переглянули, перелистали. Я дивлюсь, тут багато цікавих ілюстрацій, так? Зручний шрифт для читання. От хотіла б ти, наприклад, прочитати цю книгу? От як ти взагалі обираєш собі книги для читання? Чи тобі просто хтось рекомендує? Ні, мені ніхто не рекомендує, мені тільки цікаво, що там внутрі. Ага, внутрі. Тобто ти відкриваєш, якщо бачиш ілюстрації, так, то береш цю книгу і читаєш. А якщо не бачиш, то не читаєш. Чи ні?
Чи ти якось ще обираєш, можливо, там? Я люблю з ілюстраціями. З ілюстраціями. А як тобі здається, тут досить ілюстрацій технічні? Досить. Досить. Є якраз і почитати, і подивитися. А можливо, що б ти порекомендувала діткам, які, ну, кажуть взагалі, що людина, яка не полюбляє читати, це людина, яка, ну, якій не потрапляла потрібна книга. Хто багато читає, хто більше знає. Хто багато читає, то більше знає, так. А яку б ти книгу порекомендувала, от, мабуть, ну, найпершу або взагалі найцікавішу книгу? Ну, цікава лісова школа. А чим вона така цікава? Ну, там пригоди зайчиня і їжачка. Тобто це казка якась, так? Ну, так, це казка. Казка. Діти обирають казки зазвичай, так? Ну, сказки це... Сказки все равно, там є много долі правди, поэтому діти, вони ще немножко не так зашурені, як взрослые, вони це все чувствують, поэтому сказки і люблять. Тому що в сказках дійсно дуже багато таких, вот, наприклад, любые наші мероприятия, которые такі, вот, у нас є традиционное открытие торжественной недели детского чтения. Это обязательно происходит, ну, постановочно, театрализовано, иногда на большой сцене, иногда в стенах нашей библиотеки. И обязательно в один из районов мы выезжаем вот с такими мероприятиями. То есть дети воспринимают в любом случае сюжет такой сказочный. Ну, у них он быстрее вызывает интерес, чем, допустим, вот я бы села, к примеру, с умным видом, начала бы как-то что-то о чем-то говорить. Я знаю, что у вас будет завтра какая-то подия. Завтра у нас будет круглый стол. Круглый стол, который мы проводим совместно с Институтом Последипломного Святых Чителей. И, соответственно, там больше будет школьных библиотекарей, чем библиотекарей, которые обслуживают детей, то есть детских библиотек. Но вы также, навчите их, то есть, а они приедут рассказать уже да, своим детям. Да, так как новая школа, ну, концепция новой украинской школы, она соответственно внесла некоторые коррективы, ну, в том, что ребенок должен, как бы, в каких направлениях он должен особенно развиваться. Поэтому вот для того, чтобы библиотеки могли непосредственно принимать участие в этом процессе, конечно, вот завтра у нас этот круглый стол состоится, там будет много интересных выступлений, специалистов очень, которых я много раз слышала, и ну, они действительно грамотно и очень захватывающе выступают вот по поводу этой темы. Плюс еще практика. Я думаю, всю эту информацию можно будет найти в социальных мережах, и кого интересует. Да. И у нас мы планируем, что все-таки у нас получится на Ютубе как бы прямая трансляция, так что все, кто хочет узнать об этой теме или, допустим, кто профессионал уже хочет просто послушать для себя, то, пожалуйста, приглашаем завтра в 10 часов, у нас это все состоится. Поэтому... Дякуємо, що до нас завітали, розповіли таку актуальну тему і поділилися досвідом взагалі, що читають діти, що читають сучасні діти.